волонтер, помогаю собирать коробки для солдат, которые сейчас находятся на передовой, чтобы они знали, что здесь, на родине, и где спокойное и мирное небо, их всегда ждут и поддержат. Каждый человек в какой-то мере является волонтером, но есть те, которые этим живут. В нашем районе сети плетут практически во всех поселениях. Подключаются и школьники, и ветеранские организации, и молодежь нашего района. Вот. На данный момент уже отправлено более 40 сетей. Вот. Но мы дальше продолжаем эту работу. Пандемии мы переросли в новую ветвь акции «Мы вместе». Это помощь семьям военнослужащих и непосредственно самим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. И стали не просто оказывать помощь по конкретным адресным заявкам, но и сами стали являться опорным представительством ресурсного центра «Провода» Вологодской области. Таким образом, мы стали ресурсным методическим центром для отрядов волонтеров добровольческих на территории всего Череповецкого района.